И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Мага, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем мочить зомбаков. И не забываем, что у Димона Покемона есть канал, ссылочка внизу. Всем привет. Привет. Смотрите, сколько у нас, ребята, патронов много. Это Димон наставил, это, не знаю, это годовой запас. Какой это годовой, это на всю жизнь хватит патронов. Ну чё, все мое. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я все забрал себе. Я так хотел это первый сделать. Забор, Димон, ты ставил или нет? Я, да. Убирай его. Пошли. Пачки. У нас много оружия, у нас много паков прикольных. Мы сегодня будем разносить. Пошла жара. Карта называется «Миллион зомби в ночью». Что-то я погорячился, так в толпу залез. Офигеть. Димон, когда мы последний раз играли с зомбаков, валили? Очень давно. Именно такие карты прикольные. Надо будет ее изучить. Может, какие-то есть места прикольные, где можно шкериться будет? Видел, Димас, высветилась надпись. Нет, не обратил внимания. Жутко. Ты еще убиваешь 10 зомби, новая волна. Во, 20 килл, next target. О. Тут волны есть, это мне нравится. Так, хедкраб. Есть. На, возьму другое оружие, аэродушечку возьму. Подожди, у меня есть пак прикольный. Возьму спакость. Ай-яй-яй, хедкраб, иди отсюда. Да иди. Машина горит жестко. Димон, оно по этим штукам можно лазить, не? А не. То я уже этот Брик-Рикс передумал. А-а-а. О, какой Брик-Рикс? Роблокс, уже все игры перепутались. А, ну да. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Чуть не забыл пожелать. Да-да-да, ребята, всем приятного аппетита. О, Димон, забегай сюда. Сейчас изучаем здесь картишечку. О, здесь какая-то... небольшая зона. Иду. Кто-то мне по спине здесь стрельнул. Оружие. Это не я, Дима, оставил, если что. Видишь, понял. Это разбросано. Это мое все. Бочка, чтоб не взорвалась. Взорву бочку, короче. Сейчас будет бабах. Ой-ой-ой-ой-ой. Люблю такие вещи делать. У нас же еще моды стоят на эффекты. Это классно смотрится. Ну чё, но давайте карту дальше изучать и мочить зомби. Давай сюда. Не хватает, знаешь, такой карты, чтобы главари были зомбачачьи. Дима, смотри, сколько здесь зомби. Ого! Я шар фигачу, в толпу. Димончик, что ты сделал? Вот это класс, за такое надо ставить лайкосики, за такое мясо. Да, ребята. 50 килс. Димон, ты, наверное, уже 100, наверное, сделал? Да. А что за штучки? Ну вот попробуй, на правую кнопку мышки. Ой-ой-ой! А чё, я не знал, что такое есть. А-ха-ха. А это мод, да, отдельный какой-то или что? Нет, Димас, это как в Half-Life сделано. А я же проходил Half-Life и ни разу не стрелял. А ты стрелял хоть раз? Да. Я не знал. Мне даже стыдно. Ползай. А, моя жопа сгорела. Нет. Я разозлился. Димас, беги. О, что ты кинул там? Ну ты опасный парень, я тебе говорю. Вижу тебя. Вот, Димас, в Half-Life же вот это знак означает, что здесь пасхалка есть, да? Ну, а я не знал. Ломай эту штуку, ломай. Она не ломается. Отойдите лучше, отойдите. Давай. О, так это босс. Смотри, сколько ракетниц. Димон, молодец. Видишь, я такой нубище, все это не знаю наизусть, как ты. У нас вот это знак означает, что в Half-Life, ну, где, что где-то рядом нычка такая офигенная с припасом. Мои ракеты. Сзади, зомбаки. А! Их много! Их точно миллион! Да их тут будет миллион. Да класс, это мясной ролик у нас. Так что, ребята, тащите сковородку и ставьте плитку. Будем жарить. Кстати, напишите в комментариях, кто ел зомбячачье мясо жареное. Я и не ел. Только хедкрабов. Кстати, хедкраб по вкусу как курица. Вкусный такой. Мясной. Давай дальше туда пройдем. А, там тупик, мы же там уже ходили. Ой, патронов нет. О, Димон, у меня есть граната. А ну-ка. Ай-яй-яй-яй, больно. Ой, а чё она так взорвалась? А ну ещё одна. Давай четкого пака попробуем, смотри.
Это я гранату кинул, бомба? Ого. Отойди, отойди, Димон! Слева, Димас. Это огненная! Ха-ха-ха-ха, крас! Ой, класс. Вау. А что ты за сыкотню такую пускаешь? А из этого... Так смотри, они краснеют в крови. Воу, ребята, как давно мы такого не устраивали. Офигеть, супер. Надо, короче, найти свежего зомби на шашлык нам, Димон. Классная граната огненная. Бух, просто. Плохо, что от прикосновения сразу не взрывается. Было бы прикольно. Отходи, мага, отойди, отойди, мага. Так, надо пробовать как-то наверх подняться. Я видел, здесь есть, короче, такой как бы мостик или что. Он пробует. Давай, давай, поищи его. Эть, ты чё дерёшься? А, бомба моя. Ну вот так красиво улетел. Она классно взрывает, да, и огонь вокруг такой у неё. О, это именно зажигательная получается. А я с револьвера. А сейчас ещё возьму что-то здесь. О, у меня есть, короче, посох. О. Ребята, блин, ну класс. Я такой люблю. Димас вот написал, типа, мы убили 200 зомби, следующая волна будет 500 зомби. Ничего себе. Офигеть, сейчас Димас 500 зомби. Мы их убьем? И до миллиона будем, да, доходить, я так понимаю? Да-да-да, и до миллиона можно дойти будет. Вот, что-то оружие такое себе. Ну прикольно, но потестируем все. Много паков накачано и не проверено. О, замораживать буду. О, Димас, уже фаз зомби пришли. Попробуем продержаться дольше и дольше. Это вы поставили такую шарик колючий, который электричеством всех гасит? Нет. А, это типа нам помощь такая небольшая, Димас. Неплохо. Кто меня гасит? Карта продуманная, я тебе еще скажу. У меня персонаж, Димас, одной рукой держит пулемет. Фонарик, да, я так же само, да. Кстати, вот этот мод, твой луч фонарика прям выделяется. Он видно, что это не заводской. Ну, не стоковый. Да. Давай тоже возьми. Не, хочу я еще этот пак поизучать. Тот я уже пак знает, этот еще нет. Так, ну что, где? Ой, а что это такое вообще за оружие? Ну все, Димас, уже фаз зомби пошли, так что сейчас скоро нам такой капец будет. Ой, я не хотел. Ай, класс! Мне нравится такое мясо. Короче, эта пушка бомбочку крепляет, а потом бах! Ты видел? Смотри, она прикрепляется, на правую кнопку взрываю. Это имба, Димон! Все, мы сейчас набьем себе сколько надо. Да. Если какое-нибудь из нового оружия возьму. Крутяк. Буду огнеметом их, Димон. Смотри, Димон, какое у меня оружие, смотри. Это пипочка? О, вот что-то отвалилось, смотри. Блин, как-то подняться можно, по-любому сделано, иначе по крыше это ходить. Это зачистка, смотри, зачистка. А чем это ты? Огнеметом. Он классно смотрится, прям огонь реалистично. Смотри, Димас, могу, знаешь, что шары... Они горят все. Ой. Отходи, ну, мага, оттуда. На... Шарик. О, вау. Я еще раз умер. От fire написано. От фаера умер. Когда их, Димас, огнем обжигают, смотри, как они обугливаются, Димас. Да, посмотри, они прям черные становятся. А ну давай того хочу посмотреть. Смотри. А помнишь, ты такую кислоту, они краснели, в крови все были. Да-да-да. Смотри, на двери, видишь, куда я смотрю, нарисовано? Да, вижу. Я их взрываю. Нет. Нет. А, это на этой доске, наверное, патроны лежали где-то. Да, на доске патроны лежат. Я так обрадовался, что нажал пасхалку, хотел похвастаться. А тут их штук, наверное, 3-4 пасхалок. Я сейчас еще поищу, Димончик. О, подожди, вот тут еще я. О, тут баллоны взрывоопасные есть наверху. И канистры с бензином. Круто. Неспроста же это, неспроста. Так. Диман, тут рассчитано, что поверху карты можно ходить. Я тебе серьезно говорю. По всей карте можно ходить. Смотри, тут досточки между домами сделаны. Да я знаю, да-да-да. Запрыгивай. Во! Прыжок! Ич! Не допрыгнул! Надо было шифтом прыгать. Чё? Сам себя убил, я знал, что я небезопасно им пользуюсь. Так, проверяем, что у нас еще есть. Так, это мы проверяли. Вот это мы не проверяли. Ого! Что-то очень имбовое.
Ой, она назад прыгает, какого фи... А, это просто гранатомет, я понял, просто очень далеко. Это что у нас? Класс. Уху, я нашел гранату своей мечты. Помнишь та граната? Ты, наверное, знаешь, за какую я говорю. Да. За такую большую красную. Димас, сейчас 800 зомби сейчас будет. Я эту гранату приготовил. Так что ждем. Ты готов? Да. 800 зомбаком. Я всех убью, зомби. Я псих. Офигеть. Блин, мне так нравится играть сейчас. Я прям получаю удовольствие. Так хотел давно повалиться. Это то, что я хочу. Прощайте, друзья. Я замораживаю теперь зомби. Не иди туда, мага. Там мясо. Мне нравится в толпу кинуть и смотреть. Я буду летать как толпу. Есть. Ох, их тут. Прощайте. Круто вообще. Так, что по мне такое взять? Это из-за того, что у нас... О, что это у тебя рюкзак на спине, Димон? У меня? У тебя на спине какие-то баллоны. А, знаешь почему? Потому что смотри. Огнемет. Покажу. Не, смотри, у меня не огнемет, замораживающий. Оу. А я давай их подожгу. Отойди, Димон, уходи, уходи, уходи. Вау. Как тебе, норм? А как тебе это? Я буду на них дымить. Оно так подсвечивает карту всю, эти лучи твои прикольные. Так, она, а у бесконечные патроны здесь, на этой штуке. Вот в чем прикол, дим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте более безопаснее оружие возьмем. Да, огненные шары. Ого. Ну-ка. Зажигаем всех. Ладно, Димончик, меня туалетом убило, я вижу. Прикольная картинка, типа смыл меня или что, прихлопнула, типа. А я гранату бросил вообще очень далеко от тебя. Ничего страшного, я тоже всех люблю убивать. Это что, арбузный горох у нас? Ого! Что-то такое оружие я больше брать не буду, это сильно имбово. Так, это заморозка. А нет. Еще попасть надо. О, Димон, я нашел оружие, они растворяются в воздухе. Ого. Прям вообще как исчезают, как будто ты AR2 шаром их стреляешь. Видел, такой пекаль здесь есть? Да, видел, видел. Он четкий. Я сейчас его использую. Это классная штука. Ну. Ну то просто, что один выстрел, один зомби, ходится сразу, как я гранату увольнул. Да. Еще и прицела нет у меня, не знаю почему. Крестика нет. Пропал. Красота. Давайте дальше смотрим. Это что у нас? Ого! Что-то пиратское. Что это за оружие такое? Это что, пушка ручная? Димон, что у меня в руках? Где ты, где ты? Сейчас. Да что это за оружие такое мощное? А вот я тебя вижу. Смотри, что у меня в руках? А, пушка корабельная. Так я так и понял. Смотри, как она стреляет, Димон. Ребята, ну что, мы решили этот город зачистить ядерной бомбой, потому что их очень много, все больше и больше. Кстати, у меня один хп, мне нема что терять. Димон, ну что? Ого, меня бьет. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.